Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин. Я жду вашей реакции. Если какие-то проблемы, то, пожалуйста, напишите, что нет звука или изображения. Если же все в порядке, то поставьте плюсик. Это будет означать, что у нас нормально все с трансляцией и хорошая обратная связь. Итак, вижу, что все хорошо. Поэтому давайте начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим календарик, что у нас выходило и что нас с вами еще ожидает. Рано утром сегодня было выступление представителя ФРС Уильямса. Он говорил о том, что умеренное повышение ставок было бы нормальным сценарием, если вкратце говорить. И, по-моему, если я не ошибаюсь, он за 3 повышения процентных ставок в текущем году, в 2017 году. В Прайме пишут, что вот он говорил, якобы повышение процентных ставок в течение следующих нескольких лет поможет экономическому росту. Постепенное повышение ставок снижает риск дисбалансов. Ну, само собой, повышение ставок имеет смысл, ну, это даже не совсем понятно, зачем это пишут. Ну, просто цитирует, наверное, его слова полностью. То умеренное повышение ставок, которое было в декабре, было вполне уместным небольшим шагом. А рынок труда достиг полной занятости. Он ожидает, что уровень безработицы достигнет дна где-то на 4,5%, и рост числа рабочих мест уже затем замедлится. Прогнозирует, что рост ВВП составит 1,5-1,75% в год и считает, что уже приближается к целевому уровню инфляции 2% экономика. Риски достаточно сбалансированы, он считает. Так, что еще? Небольшие риски для США носят глобальный характер. Нормальный уровень ставок ФРС чуть ниже 3%, но это имеется в виду в долгосрочной перспективе, это по прошествии уже по всего цикла повышения ставок, если я правильно его понимаю. Он прогнозирует чуть меньшее налоговое бюджетное стимулирование, чем в октябре. Обеспокоен долгосрочной ситуацией с бюджетом. Так, ожидает, что налогово-бюджетная политика придаст небольшой импульс росту ВВП в первом полугодии 2017 года. Он говорит, что учитывает налогово-бюджетную политику в своих прогнозах. Даже без налогово-бюджетных изменений имеются очень весомые аргументы в пользу 3 повышений ставок в 2017 году. То есть, ну вот, если подвести итог, он за повышение ставок, достаточно умеренный, и вполне конкретную цифру озвучил, где-то 3 повышения ставок. Процентных ставок видит он в этом году. Было интересное заявление Дональда Трампа. Трамп сказал в интервью Wall Street Journal, что он предпочитает менее сильную национальную валюту. Это то, о чем мы с вами говорили. Он считает, что сильный американский доллар как раз замедляет рост экономики. Ну вот, если я здесь не ошибаюсь, и, по-моему, здесь писали тоже где-то об этом, что он нарушил определенную традицию, потому что обычно президенты не говорят, не касаются вот монетарной политики и прочих вещей, обычно за них это делают представители Министерства финансов. Ну вот здесь он прямо впрямую это дело озвучил. И, если я так понимаю, то он ломает очень многие стереотипы и правила игры, которые сложились на текущий момент. Поэтому вполне возможно, что нас ожидают какие-то дальнейшие сюрпризы в связи с тем, что Трамп сейчас будет президентом Соединенных Штатов. В пятницу состоится уже его инаугурация. Он официально вступает в должность. Так, что у нас еще интересного? Вот пишут, что как раз на его заявлении
американский доллар подешевел. Укрепился вчера британский фунт после слов Терезы Мэй, после ее выступления. Так, здесь также пишут, что британский фунт начал расти еще до выступления. Мы вчера с вами об этом как раз говорили. Индекс потребительских цен превзошел ожидания Великобритании. Это тоже мы с вами отмечали. Так, что еще у нас с вами интересного? Ну, из того, что уже сегодня, это потребительские цены, потребительская уверенность по данным Westpac в Австралии. Настроение хуже оптимальных значений. Здесь очень небольшой рост. Здесь, если я не ошибаюсь, вот нейтральным состоянием считается 100. Если ниже 100 показатель, то это значит, что он находится в красной зоне, в отрицательной зоне. Поэтому уверенность пока что низкая достаточно, но чуть больше, чем в предыдущий отчетный период. А если брать в процентном отношении, то рост составил 0,1%. Это очень-очень незначительно. А в четверг выходят данные по занятости в Австралии, и они, скорее всего, будут иметь как раз ключевое значение для австралийского доллара. По ожиданиям, где-то в районе 10 тысяч ожидают рост рабочих мест. Посмотрим, каковы эти будут данные. В 10 часов сегодня вышли данные по Германии, потребительские цены. Сначала был данные по гармонизированному индексу. Годовые данные, рост 1,7%, совпали с прогнозом. А потребительские цены по месяцу, рост 0,7%, тоже полное совпадение, не пересматривалось это значение. И по году рост тоже 1,7%. По месяцу гармонизированный индекс вырос на 1%. Все совпало с прогнозными значениями. И далее у нас в 12.30 уже выходили данные по Великобритании. Рынок труда. Данные достаточно неплохие, нужно сказать. Почасовая заработная плата 2,8. Это при том, что было 2,6. За исключением премий тоже рост 2,7. 2,6 было значение до этого. Безработица 4,8, без изменений, так как ожидали. Снизились заявки на пособие по безработице. До этого был рост в 5, теперь снижение на 10 тысяч. Индикатор на том же уровне, уровень безработицы остался. В общем, данные по рынку труда очень-очень неплохие. Далее, в 13.00 по еврозоне инфляция. По месяцу потребительские цены рост 0,5%. По году стержневой индекс рост 0,9%. По месяцу стержневой 0,4%. И потребительские цены по году рост 1,1%. Данные практически все тоже совпали с прогнозными значениями. Неожиданностей никаких не было. Данные достаточно позитивные. Рост. Это, конечно же, не может не радовать. В 13.00 одновременно с этим объем производства в строительном секторе. Здесь тоже рост на 0,2%, но это значительно меньше, чем рост был до этого приличный в 2,2%. Теперь он значительно скромнее. Объем производства в строительном секторе по месяцу рост составил 0,4. Здесь тоже хуже, чем в предыдущий период. Там было 0,8. Рост составлял. Так, из того, что у нас с вами сегодня, в 16.30 потребительские цены по Соединенным Штатам, стержневой, без учета продовольственных товаров и цен на энергоносители 2,2 ожидается его выход. Сам показатель на уровне 2,1. Посмотрим, каков будет реальный показатель сегодня. Целевой уровень уже достигнут, уже превышает его. Вот ждут даже значения в 2,1%. Посмотрим, еще раз повторюсь, каковы будут реальные данные. Так, в 17.15 сегодня промпроизводство и использование производственных мощностей. Мощности у нас с вами пока что очень далеки от оптимального значения.
А по месяцу ожидается небольшой рост 0,4. Опять же, будем внимательно смотреть, каковы будут реальные данные. Далее, 18.00, один из ключевых моментов этой недели и сегодняшнего дня, это решение Банка Канады по процентной ставке. Здесь вряд ли будут какие-то сюрпризы, поскольку глава Банка Канады уже высказывался, что достаточно умеренно оценивает состояние, текущее состояние экономики Канады. Поэтому здесь вряд ли может речь идти о изменении кредитно-денежной политики, и, скорее всего, ставку оставят на прежнем уровне. Ну, естественно, будет интересна пресс-конференция Банка Канады и сопроводительные заявления. Вот здесь могут быть какие-то акценты, на которых может быть движение как раз канадской валюты. Тем более, что будет еще доклад комитета по монетарной политике Банка Канады. Вот все это может определенным образом сказаться на волатильности канадского доллара. Далее, в 22.00 у нас бежевая книга, экономический обзор Федеральной резервной системы. И в 23 часа после этого выступление Джанет Йеллен. Мне кажется, да, здесь это не отмечено как важное выступление Джанет Йеллен, но в свете того, что Дональд Трамп сделал свое заявление относительно национальной валюты, относительно американского доллара, то теперь, мне кажется, вот Федеральная резервная система будет как-то должна на это дело реагировать. Вот, посмотрим, коснется она этой темы в своем выступлении или нет. Во всяком случае, ее риторика вполне может тоже повлиять на изменение курса американской валюты, поэтому внимательно будем следить за выступлением главы Федеральной резервной системы. Повторюсь, это будет в 23 часа сегодня, через час после того, как выйдут данные по бежевой книге. Из того, что у нас с вами на неделе, утром завтра это рынок труда, как мы уже говорили сегодня с вами по Австралии. Эти данные будут достаточно важными для Резервного банка Австралии при принятии решений по монетарной политике, поэтому они внимательно будут следить за этими показателями. Ну и в 15.45 у нас решение Европейского центрального банка по процентной ставке и по ставке по депозитам. Все это будет в 15:45. По прогнозам ожидается, что здесь все будет без изменений, и поэтому ключевым моментом, конечно же, будет самый интересный момент. Это пресс-конференция Европейского центрального банка и комментарии Марио Драги по монетарной политике. Вот здесь как раз будет очень-очень важный момент. Не изменит ли, пусть в небольшой степени, но тем не менее, да, что касается сроков сворачивания программы стимулирования, глава Центрального банка как раз озвучит свое мнение на этот счет. Повторюсь, это будет завтра в 16:30, через 45 минут после того, как будет объявлено решение по процентным ставкам Европейского центрального банка. В пятницу валовой внутренний продукт Китая. Время не определено, во сколько это будет выходить, но, скорее всего, конечно же, это будет выходить в азиатскую сессию. По прогнозам, рост должен составить по году 6,7% и квартальный рост 1,7%. Мне кажется, данные очень и очень впечатляющие. Вот, хотя и все говорили, что как бы 7%, да, о таком уровне, но даже 6,7%, мне кажется, это очень приличный рост в текущий момент. Так, это вот те данные, которые у нас с вами выходили, ожидают сегодня и на следующей неделе. Ну, еще из того, что я следил, вот вчера мне показалось очень интересным выступление в Давосе Си Цзиньпина, главы Китая. Вот он, это вследствие того, как я понимаю, после того, как Трамп заявил, что будет пересматривать торговые условия с Китаем, выводится производство из Китая, все репатриируется, и капитал, и производство обратно в Америку. Вот. И это было воспринято как возможные валютные войны, торговые, правильнее даже, наверное, сказать, войны. Да? И вот он вчера как раз сделал заявление, что торговые войны никому не пойдут на пользу. Он это подчеркнул, сказал это очень мягко, очень спокойно, там не было никакой жесткости в его заявлении, да? Как всегда в традиционной манере, такой спокойный очень это сделал.
сказал. Ну, я считаю, что он очень прав, конечно же, да, то здесь нужно стараться договариваться. Это с точки зрения всего процесса, то, что сейчас вся мировая экономика находится далеко не в лучшем, конечно, состоянии. И вот в связи с тем, что наметился определенный рост, показатели многих экономик начали расти, вот сейчас очень нежелательно, во всяком случае, чтобы получилось так, что на каких-то непонятках, на взаимном недопонимании были сломаны рабочие схемы, и мы, начавшийся рост, который вот наблюдался, да, и он был бы сломан. Вот этого, конечно, очень и очень не хотелось. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте. Если есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «есть». Я сделаю паузу, подожду, пока вы свой вопрос напечатаете, постараюсь на ваш вопрос ответить. Если вопросов нет, то мы с вами посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Так, почему на хороших новостях ни фунт, ни евро не среагировали, а пошли в противоположную сторону? А вы имеете в виду данные, по которые выходили сегодня? Андрей? Но дело в том, что здесь нельзя вот оценить, как уж очень хорошие вот эти данные. Да, вот здесь данные достаточно умеренные по еврозоне. Вот по фунту, да, действительно, данные вполне неплохие. Но здесь, опять же, скорее всего, это те же самые страшилки. Дело в том, что вот рост был достаточно мощный после вчерашнего выступления, да, но разговоры на эту тему все еще сохраняются. И, в общем-то, очень многие говорят, что в текущей ситуации не стоит оптимистично смотреть, что британский фунт уже прекратил свое падение. То есть вот те настроения, которые были, вполне возможно, они еще сохранятся. И поэтому прозорливые, я бы назвал их так, трейдеры, да, сейчас, скорее всего, предпочли бы не торговать британским фунтом, поскольку по нему волатильность может быть очень-очень высокая. Неопределенность сохраняется. Ясности никакой нет, ну и этим, конечно же, пользуются, его двигают в обе стороны очень сильно. Еще какие-то вопросы? Похоже, нет вопросов. Итак, давайте посмотрим, что у нас происходит на финансовых рынках. Нефть марки Brent в целом остается восходящее движение, но два дня уже цены не растут, идет небольшое снижение, и сейчас у нас цены торгуются ниже средненедельного, среднемесячного значения и практически уже уперлись в психологическую отметку $55 за баррель. При этом, повторюсь, все это пока что остается в рамках восходящего тренда, вполне возможно какая-то коррекция. То есть здесь все достаточно стандартно. Индекс американского доллара, вот снижение, о котором мы с вами говорили, снизился он достаточно мощно, и сегодня идет коррекция, рынки уже переосмысливают. То, что происходило вчера, ждут сегодняшнего выступления Джанет Йеллен. Вот на этих ожиданиях вполне возможно, поскольку ФРС все-таки говорит о повышении процентных ставок, да, про процентных ставок, вот, вполне возможно, ожидают каких-то сигналов и надеются на то, что глава Федеральной резервной системы даст какие-то опорные точки относительно того, какова будет траектория повышения процентных ставок в текущем году. Линия баланса 101.75, индекс сейчас торгуется на отметке 100.89, 100.89. Теперь давайте посмотрим шестерку мажорных валютных пар, которые этот самый индекс составляет. Начинаем с пары евро-доллар. Что у нас здесь с вами? Имеет ли смысл торговать? Тренд, восходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает ОСМА. Так, посмотрим, есть ли у нас диверочки. Значение здесь 156.61.
66 максимум превысил, поэтому диверочков у нас с вами никаких нет по отношению к этому максимуму. Растут и цены, и показания индикатора тоже превысили свой максимум. Поэтому здесь у нас с вами все стандартно. Объем сделки стандартный, покупки. Теперь давайте посмотрим внутреннюю структуру. Идет отлив, дожидаемся, когда закончится волна отлива, и начнет формироваться приливная волна, то есть нам нужен сигнал осциллятора в покупку на 4-часовом таймфрейме. Если на закрытой свечке сигнал сформируется, вы поймете, что да, наступил момент входа, но это не значит, что нужно будет сразу начинать покупать. Ваши действия — это открыть часовой таймфрейм и посмотреть, будет ли консолидация. Если рынок будет спокойным, вот примерно такая вот картиночка, да, то есть цены пойдут в бок, это будет самый благоприятный момент для того, чтобы ставить отложенный приказ buy-stop, определить точку выхода, где вы будете выходить стоп-лоссом. Вот, и в качестве цели у нас с вами в начале верхняя граница нижней трети 1.0.80. Это ближняя цель, по которой мы будем квалифицировать свою сделку на соответствие правилам управления капиталом. Ну и в качестве бонусной цели это движение к верхней границе ценового канала, абсолютное значение 1.0.925. Это уже бонусная цель. То есть мы ее уже рассматриваем, а ориентироваться на нее будем только в том случае, если цены достигнут первой цели, о которой мы говорили, закрепятся там и пойдут дальше. То в этом случае вот как раз можно будет говорить уже о дальнейшем движении. А стоит ли перемещать свой take-profit, вы посмотрите по характеру движения, то есть каким будет характер рынка, его структура в тот момент, когда цены будут подходить. Если будут какие-то достаточно весомые аргументы за то, что да, движение будет еще достаточно продолжительным, значит, вполне можно будет переставлять свой take-profit уже на бонусную цель. Еще раз повторю, 1.0925, но ориентируемся пока что только на уровень 1.0.80. Это у нас был евро-доллар. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. А мы пока посмотрим британский фунт. Что у нас по фунту? Резкое движение вчерашнее, сегодня коррекция в рамках вчерашнего движения. Здесь тренд нисходящий, здесь уже восходящий тренд. Индикаторы впрямую друг другу противоречат, а это значит, что по британцу в рынок пока что не входим, находимся вне рынка и только наблюдаем со стороны за происходящим. Так, смотрю, вопросов нет по евро-доллару, поэтому идем дальше и смотрим, что у нас по австралийцу. Так, австралийский доллар, тренд восходящий в фазе импульса. Теперь давайте посмотрим, что у нас с гистограммой. 2.0.19.63, 20.13, здесь у нас рост. Фаза импульса. Так, теперь что у нас с диверочками? Цены поднялись выше, здесь максимум, а вот здесь у нас пока что еще вот по этой свече у нас, да, диверочек есть, но сегодняшний день не закрыт. Если движение продолжится, то вполне возможно, что здесь дивера не будет. Поэтому пока что мы не рассматриваем это как дивер. Объем сделки стандартный. По австралийцу направление известно, это покупки. Теперь смотрим внутреннюю структуру, что происходит у нас здесь с вами. Идет волна отлива, ждем, когда отлив закончится, и будет формироваться новая приливная волна, то есть нам нужен сигнал осциллятора в покупку на 4-часовом таймфрейме. После того, как будет сигнал, обязательное условие — это наличие консолидации на часовом таймфрейме. Если все условия выполняются, значит, отложенный приказ buy stop. Посмотрите точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. Ну и в качестве цели у нас давайте рассмотрим вот то, на что рынок уже ориентировался до этого. Это абсолютное значение 0.7750. То есть вот это мы с вами будем рассматривать в качестве цели. 0.7750 это цель по австралийской валюте. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции, пожалуйста, отреагируйте.
Похоже, вопросов нет. Идем дальше. Закончили троечку обратных котировок. Теперь смотрим триаду прямых. Начинаем с пары доллар и японская иена. Тренд, нисходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор ОСМА, и никаких диверочков у нас здесь с вами нет. Объем сделки стандартный, продажи, смотрим внутреннюю структуру. У нас идет волна отлива, ждем, когда эта волна закончится, и будет приливная волна формироваться новая. Значит, сигнал осциллятора в продажу на 4-часовом таймфрейме, после этого обязательное условие наличие консолидации на часовом таймфрейме. Если все условия выполняются, отложенный приказ sell stop. Должна будет определиться точка выхода, где выходить стоп-лоссом. Ну и в качестве цели у нас с вами есть ценовой канал. Нижняя граница на текущий момент 112 йен. Здесь чуточку больше. Ну, я думаю, что 112 это будет достаточно справедливо. Итак, рассматриваем уровень 112 йен за 1 американский доллар в качестве цели. Но здесь не забываем, что должны выполнить правила управления капиталом, в частности, одно из них, что потенциальные прибыли должны как минимум в 3 раза превышать ваши потенциальные убытки. Если условия выполняются, значит, сделка совершается, если нет, то лучше от этой сделки отказаться. Итак, это была японская иена. Если есть вопросы, пишите, а мы пока смотрим швейцарский франк. Что у нас здесь? Тренд нисходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает ОСМА, диверочков никаких нет, поскольку здесь у нас минимум ниже предыдущего. Итак, продажи, объем сделки стандартный, смотрим внутреннюю структуру. Идет волна отлива, цели у нас с вами достигнуты, ждем, когда сформируется сигнал на продажу. После того, как, и если он будет сигнал на часовом таймфрейме консолидации, если все выполняется, отложенный приказ sell stop, определяем точку выхода, где будем выходить стоп-лоссом. Ну и в качестве цели давайте-ка мы посмотрим что будет целесообразно рассматривать в качестве цели по швейцарскому франку. Так. Итак, если цены пробьют психологическую отметку паритета, если это произойдет, то можно будет рассматривать движение к уровню 0,9865. 0,9865 – это цель по швейцарскому франку. Если есть вопросы, задавайте, а пока мы посмотрим с вами, что у нас по канадцу. Тренд, нисходящий в фазе импульса, то же самое подтверждает ОСМА. Ну вот здесь у нас с вами диверочек, похоже, да? Хотя нет, здесь очень сильно цены не опустились ниже этого минимума, поэтому здесь, если бы это было достаточно сильное снижение, да, то, наверное, можно было бы говорить, тут оценивать. Нет, давайте пока рассмотрим как стандартную. Итак, тренд нисходящий в фазе импульса, говорит один индикатор, второй это тоже подтверждает. Значит, здесь у нас с вами продажи. Теперь посмотрим, что у нас там по внутренней структуре. Идет волна отлива, ждем, когда закончится. Сигнал осциллятора в продажу. Он должен быть закреплен, сформирован. На часах консолидация. Если все складывается, отложенный приказ sell stop. Здесь же на часах нужно будет посмотреть точку выхода по стоп-лоссу. Ну и теперь давайте о целях поговорим. Итак, в качестве цели, наверное, будем рассматривать движение. Ну, он практически совпадает с отметкой 23,6, уровень Фибоначчи, 1,2985. 1,2985 – это у нас с вами цель по канадцу.
Какие будут вопросы, что неясно, что непонятно, а мы пока посмотрим золото. Фильтр смотрит вниз, это значит, можно говорить только о продажах по внутренней структуре, смотрим, что здесь. Индикатор уже пробил, подтвердил, побывал в зоне перекупленности, практически оттолкнулся уже от отметки максимальной 77.30. Вот у нас есть такой боковичок. Пожалуйста, если правила управления капиталом не нарушаются, если это укладывается в рамки ваших правил, если это не будет излишними потерями, вот подобная картиночка, да, можете попробовать отложенный приказ sell stop. Цель, сейчас я одну секундочку. Неизменная $1122.90 за одну тройскую унцию. Время нашего обзора уже закончилось, мы уже превысили свой лимит, поэтому давайте будем прощаться. Благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны и осторожны. Берегите себя. Удачи всем.